Удивительнее всего в жизни тогда, когда случаются такие ситуации, как, например, это. Когда находишься на высоте 4400 метров, там, или 4380 метров, в Тибете, недалеко от поселка Ниалам, у подножья Зашибетской горы под названием Шишапангма. И при этом валит снег, затягивают тучи, группа уже повалила вниз, а внутреннее настроение, будто бы лежишь под ярким солнцем. Нет, наверное, не будто бы, нет, будто бы не катит, это не то. Лежишь под снегом, снег падает, но тебе не холодно, тебе комфортно, тебе хорошо. Тучи затягивают, силуэты гор становятся все расплывчатее и расплывчатее. Ой, температура падает. И что-то такое невидимое происходит вокруг. И ты не можешь это описать словами. И не можешь это донести еще чем-то. Но очень остро ощущаешь.